даже половины его. И много действительно споров по поводу того, как известный в мире английского футбола, и уж тем более испанского, на котором, Дима, ты работаешь регулярно. Та игра, которая между Ливерпулем и Челси проходит. Феликс идет в атаку очень быстро. Жоу обыгрывает Матипа. Жоэль успевает поставить ногу. Хаверц попытался Кай сейчас касание пробить, но не попал по мячу. Ну и я закончу быстро про все эти матчи с нулями. Был сегодня, конечно, довольно популярным большим моментом в английской премьер-лиге. Ливерпуль только на 3 гамма Челси не забивал столько, сколько должен был, хотя этих моментов, которые Челси создавал. И опять же, очень показательный момент — игра на Стэмфорд-Бридж. Но понятно, что турнирная ситуация уже никак не давит ни на тех, ни на других. В целом, как мне кажется, задача турнирная в АПЛ с Ливерпуля никуда не снята, и это давление есть. Боковой вообще Челси выглядит достаточно мотивированным. Это заметно. Ковачич, ну и Брака пока хватает с обеих сторон. И вот тут тоже мяч разыграть ближе к левому флангу. У которого ходят слухи, что может покинуть он свою нынешнюю... Блокирован. Нет завершения пока у Челси. Много создали, ничего не забили. Пока я бы сказал, что вообще инжи... Как фамилии Почеттино, естественно, Нагельсман, он главный фаворит. И в игроках с левой передачи нажал Феликса, скидка головой. Джо Гоме. Может быть, новый главный тренер Челси, знаешь, ну, еще, конечно. Это было бы, как мне кажется, чересчур при всем жал. Не исполнил внешней стороны стопы португалец. Супер важно. Ну и мы видим по этому матчу, что Канте в полном порядке после возвращения. Да, да. А вот некому забежать. Справа он в центр отдает на Феликса, тот прорывается. Это была игра абсолютно в одну калитку, что играли команды абсолютно разного класса. И... 0 нет голов у Челси, но к этому уже привык. Ливерпуль. Две кризисные команды. 0-0 после первого тайма. Названный Хабеки, Фабиньо, Хендерсон, капитан команды Джонс. По март 93-го годов. Феликс. Опять здорово. И вот такая мяч у и такого мощного игрока, как Ибрахима Канате. Вот здесь пас, который... Забегает Хаверц. Феликс. Побежали вперед синих. Феликс устоял на ногах и даже успел. Пускал, что атака Челси продолжится. И Феликс останется на ногах, но все-таки не... ...дающейся игры бразильского кипера. Сколько тот факт, что слишком часто его заставляют подавать в штрафную. Там Жоао Феликс скидывает мяч грудью, убирает под правую. И бить надо, и бьет. Создал момент и позицию для удара Жоао Феликс. Хаверц непременно с мячом встретился. Ну и Кай на приеме сыграл здорово. Вот такую пассирующую передачу с левой ноги отлично сделал на Жоао Феликс. Снова Канте. Феликс направо, можно отдать на Джеймса. Феликс финтит против Канате. Доходит до штрафа. Моменты. Ковачич. Феликс не смог этот мяч опять. Феликс. Черпаком на Фафана, но отрезки, в том числе и Марко Курели, с которым хорошо знаком, удар Феликса. Там Матип сделал скидку, еще одна скидка, и у Эндерсона в очередной раз. Вот, посмотри. Энсо. Феликс. Хаверц. Ну, есть чуть больше 10 минут у команд, чтобы все-таки выявить. Тави, он недавно после травмы...